С января следующего года начнет функционировать ЕГРА ЗАГС. Внедрение системы позволит сотрудникам органов ЗАГС регистрировать акты гражданского состояния и совершать юридически значимые действия в электронном виде. Граждане смогут получать услуги ЗАГС независимо от места их проживания и места хранения информации. А налоговому ведомству поможет оперативно получать информацию об изменениях в жизни налогоплательщиков, в частности о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, установление отцовства. Граждане могут будут обращаться, сидя дома, через портал госуслуг и через МФЦ тоже уже спокойный будет доступ. Также с оплатой госпошлины. Оплатив госпошлину, им не обязательно будет предоставлять квитанцию. Это все мы будем уже в программе видеть, как они правильно оплатили эту госпошлину. Вот. И намного, в общем, будет облегчена их работа и действия. В стенах колледжа «Сверусок» был проведен обучающий вебинар с работниками отделов ЗАГСа «Северная зона» по системе ЕГРЭ ЗАГС, где создатель этой программы с Москвы с помощью видеозвонка провел обучающий урок. Все подробно рассказал и ответил на все интересующие вопросы. Начальник отдела ЗАГСа Бабаюртовского района Ума Сатиева поделилась впечатлениями о проведенных занятиях, выразила благодарность за приглашение. Класс компьютерный оборудован. Очень даже хорошо, все условия созданы, мы не ожидали, даже во всех отношениях обучение идет очень даже хорошо, все довольны и управделами сельских администраций, и мы внимательно, доступно и очень хорошо. Это новая программа, поэтому мы сейчас учимся, стараемся постигать, нам в этом помогают, есть там очень много плюсов, но мы пока еще обучаемся, там уже когда апробируем, уже в процессе работы будет видно, но в любом случае это сделано для этого. Прозрачность, доступность. В течение нескольких лет в ЕГРЭ ЗАГС будут внесены сведения о записях актов гражданского состояния на территории России с 1926 года. В свою очередь ЕГРЭ ЗАГС рассматривается как основа создания федерального регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Как отметила начальник отдела ЗАГСа Хасавюрта Улая Лежанова, по окончанию вебинара все присутствующие будут сдавать зачеты о пройденных темах по программе ЕГРЭ ЗАГС. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».